Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня будем играть в игру Cats Crush Arena Turbo Stars. Ну что ж, давайте приступим и будем смотреть, что у нас там ждет впереди. Отлично, защита в чемпионате, я получаю ящик, ребята, давайте глянем, что из него у нас выпадет. Ага, все хорошо, валун, деньги, жалко, не дали мне кристаллов. Дали зато бонус, в котором у нас дрель, она мне не нужна. Ну что же, делаем тогда с вами, ребята, быстрый бой, занимаем места для ящиков, чтобы, как говорится, потом мы могли с них что-то получать. Так, против меня Вайланд, да? Ну иди сюда, родной, я тебя сейчас как раз и разберу. Не-не-не-не-не-не-не-не! Отлично, отлично, все получилось как нельзя хорошо. Я уж думал, сейчас меня подтолкнет туда и стеной меня прихлопнет. Так, мы тут с пареньком, смотрите, схлестнулись, Сенсел Рейс. Две пилы, кто кого. Не-не-не-не. Вот так вот, замечательно. Все-таки я его раздеребанил. Ну что такое, почему не дают ящика, а? Так, а вот это уже опасный противник. Хотя оказался вяленьким, за что и поплатился, в принципе, своей машиночкой. Так, ну что, один у нас уже есть. Еще один осталось. Да угомонись ты давай, елки-палки. Ребят, смотрите, а. И он меня, по ходу дела, сейчас разберет. Или же нет? Нет. Нет, конечно же, не получилось. Шикарно. Но мне нужен еще один ящик. Как ни крути, ребята. А вот это уже серьезный противник. Да, он меня разбомбил в пух и прах. Ну да не беда. Всяко бывает. Так, одна защита в чемпионате у меня за это время произошла. Хорош, да успокойся ты меня отталкивать. Все, Гейб расплатился сполна за свою дерзость. Но ящика я так и не получил. А это что у нас тут? Хе-хей, летун. Да, башня оказалась хлипковатой. Ну что, вот и все, ребята. Получил я ящик, давайте сразу его активируем. Пускай он у нас будет, как говорится, идти к вскрытию. Я на седьмой позиции, ребята. И у нас бой. О-хо-хо-хо, Тизмен меня разобрал. Да, как это ни странно, ребята, смотрите, тут все буржуи собрались этой игры. Да, Майю меня разобрал. По ходу дела я здесь буду по полной программе откуривать. Почему-то мне такое впечатление сложилось. Давайте попробуем что-нибудь изменить в моей тачке. Так, для начала нам надо, наверное, ребята, что-то влить, вложить, я не знаю. Циркулярка. Давайте сделаем так. Что я еще могу вбабахать в нее? Колеса. Давайте-ка посмотрим. Вот. Отличненько. Шикарно у нас получается. Два одинаковых колеса. Одно, я думаю, можно потратить. Ничего страшного в этом не будет. Иди-ка сюда. Да что ты... Вот так. Ну и еще буквально немножечко. Чайную ложечку. И все будет у нас на мази. Я получу небольшой урон к своей циркулярке. Так, чуть-чуть, еще чуть-чуть, да. С каждым разом все тяжелее и тяжелее апать свое оружие. Ну, а куда деваться, ребята? Да и денег тоже, как говорится, на подходе уже. Будет скоро не хватать. Так, 165 к урону я получил. И в общей сложности 100... А, 10525. Слабовато. Продавать придется, деньги нужны, как ни крути, без них никуда, даже прапаться не сможем. И дрель, естественно, она мне не нужна. Так, давайте, наверное, еще один лазер продадим. Так, 86 тысяч у нас бабла, наверное, уже можно что-нибудь прапать. Давайте вливать, нет, слишком жирно и слишком мало. Да, как ни крути. Не фартит почему-то. Я сейчас, ребята, по-моему, все сюда сейчас вбухаю. И толка никакого в этом не будет. Да, печалька, конечно. Ну, тут, ребят, несложно догадаться, что с каждым апом все сложнее и сложнее проапывать в дальнейшем. Ладно, давайте посмотрим, как мы сейчас будем себя вести на чемпионате. Я нисколечко не сдвинулся с места. Так, этого я должен. Да что ты, куда ты покатился-то, ебаё, ну... Дурила. Самое настоящее дурила. Больше у меня нет никаких слов. Поехал он у меня, откатился. Ну хорошо, давайте тогда попробуем по-другому немножко. Поставим другие колеса. Я надеюсь, что они будут более сильнее. И такого отброса назад уже не будет.
Да, теряю, конечно, в ХП. Ну, а что поделать? Ну что же, в общем, смотрим давайте, что у нас из этого выйдет. Так, поехали. Ёлки ты палки, ребята, ну так нечестно. Какой-то я ватный, слишком ватный. Корпус, видимо, у меня вообще уже никуда не годится. И до сих пор я нахожусь, хрен знает на какой позиции. Да ну ты брось ты, Сара, хорош, угомонись. Кстати, по-моему, я уже с ней встречался в предыдущих боях. И она меня также по-прежнему накумаривала. Ну, а тебя-то я хоть смогу завалить? Ё-моё. Нет, нет, ребята, не выходит у меня ничего. Мои попытки здесь тщетные почему-то. Ёлки-палки, ну а что я могу тогда еще сделать? Даже ума не приложу. Давайте попробуем тогда сделать так. Как говорится, пойдем ва-банк. Поменяем сейчас колеса, которые еле-еле будут доставать до земли. Это все сделано для того, чтобы я смог его... Нет, такой не надо мне. Вот это. Чтоб я его мог немножечко приподнять, как говорится, своим острым носом. И, соответственно, раздеребанить. Только нужно подобрать подходящую пушку. Да, естественно, мы возьмем турбину, чтобы я мог со скоростью это сделать. И возьмем, наверное, пилу. Давайте так вот попробуем. Тут, как говорится, все способы хороши. И всегда можно подобрать какой-то ключик. Так, ну, этого навряд ли получится. Хотя, ребята, да. С этим мы разобрались. Роман 2001 готов. Вот об этом я, в принципе, и говорил, для чего я это все и делал. Ну, а для остальных, я думаю, это не прокатит. Так, еще два чемпионата я выиграл. И я уже... Что я уже? Я так и остался на 7-й позиции. Оу, а вот этого у меня не хватило силенок приподнять. Не знаю почему. Да, я понял, что надо улучшать машину. Хм. Так, ну, а что я могу сделать? Давайте попробуем поменять немножечко местами. А сюда поставить... Ну, давайте вот так вот сделаем. Ой, у меня 14 тысяч хп. Ну, это вообще мало. Буквально, если в меня кто-то более мощный такой стрельнет, я просто рассыплюсь как хлам. О чем я вам, ребята, и говорил. Что не получится с таким минимальным запасом жизни кого-то победить из более сильных врагов. Ой, вот меня не поставили в такое дурацкое положение. Давайте попробуем, наверное, с золотым корпусом что-нибудь смастерить. По крайней мере, у нас что? Колеса? Колеса довольно высоко, должна быть посадка низкая, поэтому более-менее он должен быть устойчив у нас. Так, отлично. Циркулярочки у меня сколько? 19 на нем. Так что, в принципе, можно воткнуть обе. Так, иди сюда. Ну, хорош уже дурковать. Все. И урона у меня сколько? 10525. И, наверное, поставим турбиночку, как всегда, нашу любимую. Давай, иди сюда. Правда, она где-то внизу находится. Но, тем не менее, давайте глядеть, что сейчас получится. Так. Тизмен. Нет, не хватает. Не хватает дамага, ребята, чтобы развалить его. Можно было бы, конечно, с одной стороны его перелететь и сзади бомбануть. Ну, я не знаю, прокатит ли такой вариант. Давай обратно поставим свой корпус. Хоть он у меня и слабенький, но все-таки на нем 5 звезд. Его можно апать, апать и еще раз апать. До бесконечности практически. Ну, это я так утрирую. Ладно, выставляем колеса. Обратно ставим свои пилы. Нет, это, я думаю, не прокатит. Потому что слишком... Ну, они, во-первых, не подходят, она будет дребезжать, первый мой будет выстрел куда-нибудь в землю или в небо, а мне нужно действовать именно по прямой. Давайте вот эту турбину поставим. Так, 33,5 тысячи хп, 10,5 тысяч у меня дамага. Что из этого выйдет, ума не приложу. Но враг у нас там, ребята, очень и очень сильный стоит. Так, колесико, 11 тысяч, слабенькая, ну-ка. Хотя все пучком, ребята. Ну что ж, давайте попробуем. Так, давайте вот этого возьмем, Карлоса. Мы все-таки две пилы. И... Ну-ну-ну-ну-ну. Да какого ты хрена не можешь дотянуться до него своей пилой? Поганец ты этакий, а? Ё-моё. Давайте Тизмана опять попробуем. Мне главное... Вот. Вот об этом, ребята, я и хотел сказать, что главное его перелететь. И тут он готов.
Но все-таки не зря мои усилия прошли по улучшению. И я на пятую позицию попал. Так, Сара, давай. Опа, браток. Не надо. Ну зачем ты так делаешь, а? Ну какого лешего ты съехал с него? Ну упал бы там, да и все. Прям на нем бы. И бомбили бы его потихонечку. Нет, куда-то его леший несет. Так, ну с Чимом... Да, с Чимом тут бесполезно. Я его не могу ни уронить, ни перелететь. Не зря это у нас, как говорится, башня. Ладно. Сара, давай еще разочек. Так. Ну встань, ты встань. Да упади ты. Ну вот когда надо, он не падает. Когда, блин, не надо, он едет. Черт бы его побрал, а. Я не знаю, может быть колеса поменять, а, на нем. Если я даже на него запрыгиваю, взять каким-нибудь... А, у меня, в принципе, и нет тех нужных колесиков. Ладно, давайте так попробуем. Может быть, на этот раз он все-таки грохнется на нем. Ой, не того взял. Ну да ладно, давайте посмотрим. Так. Да ну ты брось ты нафиг. Ну, да что за западло-то такое, а? Я хочу как... Что? Опять я упал на седьмую позицию? Лучше, блин, не придумаешь. Давай, давай, ну подъедь ты еще там маленько. Ну что ты там косишь, блин, своей пилой? Да, видимо, какая-то неудачная у меня сегодня серия. Египетский насос. Не фартит. А знаете почему, ребят? Потому что у меня очень осталось мало деталей. Я не могу ничего заменить. Ну давай, 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 ну... Нет, вот он едет на своем вонючем мелком колесе, переворачивается, где не нужно. И его расстреливают. Черт подери, блин, да? Все нервы у меня вымотал уже этот кошара, блин. Так, ну что, может быть, я даже не знаю. Хоть квадрат. Квадратные колеса у меня только две штуки. Ну, думаю, что вряд ли они помогут мне. Давайте так попробуем, что из этого выйдет. Сара, иди сюда, блин, надоело это мне уже. А, теперь даже не смог запрыгнуть на нее. Не смог запрыгнуть на нее. Хорошо звучит. Ну, в общем, вы все прекрасно поняли, что я имел в виду. Так, я буду все экспериментировать. Рано или поздно должно что-то у меня выйти. Хотя, я думаю, здесь ни хренашечка у меня не получится. Единственный вариант, ребята, это ждать следующих сундуков и надеяться, что с них что-нибудь отличное выпадет, что даст мне какое-то преимущество в этой, так сказать, битве. Да. А тут получается какая-то нелепейшая история. В общем, я даже не знаю, что, ребята, здесь делать. В общем, так, давайте сделаем. Да ничего мы хорошего здесь не сделаем. Здесь я опять проиграл. Да? Проиграл же? Да, проиграл. Ну ладно, ребята, на этом я буду завершать коротенький этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков. Удачи вам, ребята. Nigga, you can't stop bouncing.